Привет, представься, пожалуйста. Привет, Зарнадзе Георгий, нападающий Нанта. Что расскажешь про сегодняшнюю игру? Бля, тяжело, вязко. Почему? Ну, как по мне, команда соперников на уровне, сильная тоже. Было много моментов, вратарь тащил у них. Ну и у нас тоже неплохо, защитники собрались, а вратарь тоже потаскивал. Хорошая, ровная игра просто, поэтому тяжело было. Как настраивались на сегодняшнюю игру? Были в полном настрое побеждать. У нас по турниру нужно было побольше забивать им. Но получилось просто победить, ничего страшного. Будем надеяться, что в следующей игре у них сыграет там случай. Кого выделишь из команды соперника? Вратарь очень сильный. Прям хорошо стоит, особенно на ленточке. Плюс защитники есть побыстрые. Ну и центр тоже, поле хороший. Пару слов по судейству. Бля, да карай. Ну, то есть все хорошо, да? Отлично, да, судят. Лучше всех. Не холодно сегодня было играть? Или не, наоборот, хорошо. Под жарой неудобно играть. Все пот течет, ты умираешь. Сейчас хоть не так сильно пить хочется. Поздравляю вас с победой, желаю спасибо. Удачи.